rocks would have been formed over millions of years. Millions of years, you know. Этим скалам более миллиона лет. И здесь очень много пещер. В пещерах находят останки древних людей, более 10 тысяч лет назад живших здесь, тоже впечатляющих. They do find, you know, fossils and things like that in some of the rocks. Просто неимоверно. Это маленький олененок, скорее всего, и он даже не боится людей. Или козлик. А, козлик. Мы думали олененок со стороны. It must be wild.